Путешествие пятое в сердце вулкана Попокатепетль. День первый. Мы находимся в 65 километрах от столицы Мексики, Мексика. В общем, у подножия иногда действующего, а иногда не действующего вулкана Попокатепетль, откуда начнет свое сначала восхождение, а потом нисхождение наш знаменитый соотечественник Конюх Федоров. Конюх, скажите, что вас побудило решиться на такое рискованное путешествие? Что побудило? Стройка побудила. Прямо у меня под окнами. С утра как начнут сваи вколачивать, потом весь день их обратно выдирают, потому что не там вколотили. Жить невозможно. Вот я и подумал, пойду совершу подвиг во имя науки. Пусть и бессмысленный, но отважный. А что может быть бессмысленнее и отважнее, чем опуститься в жерло иногда действующего вулкана? Как говоришь, он называется... Попокатепетль. Во-во-во, да. Я один раз в деревне был, Новохоцепетовка. Помню что-то похожее. Тоже, надо сказать, путешествие еще то было. А чего собираетесь достичь? Ну, как чего? Славы, денег, успеха у женщин. Тогда сразу машину куплю, жену брошу и в Москву перееду. А то так все задолбало, свиньи, утки, сортир во дворе. Ты в него зимой побегай. Я ж корреспондент, почему путешествую? А какое отношение это имеет к вулкану? Знаешь, если бы я себе этот вопрос задавал, разве б я отправился, например, в свое знаменитое путешествие из Уренгоя через Помары в Ужгород по нефтепроводу? Я себе таких вопросов не задаю, чтобы легче было не отвечать. Да вы философ. Да пошел ты нахер, корреспондент, со своими обзывалками.